Сегодня в Краснодарском крае отмечают День спасателя Кубани. В Анапе чествовали самых мужественных и самоотверженных, тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения людей. Анапские спасатели всегда на страже безопасности не только жителей курорта, но и его многочисленных гостей. Только за минувший год анапские отряды службы спасения выполнили 346 аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказали помощь 157 пострадавшим, а с начала 2017 года на их счету порядка 30 спасательных работ и около 10 спасенных жизней. Сегодня лучшие из лучших удостоились почетных грамот и благодарностей главы города-курорта Анапа.